Здравствуйте. Итак, сейчас какое число? 18 марта. 18 марта, а на улице резко плюс 24, и сегодня мы снимаем дальше влог. Смотри, смотри. Я у тебя в очке себя вижу. Короче, мы в центре города, но намного более удаленно, немного удаленно от места, где катали в прошлых влогах. Вот это все еще центральный проспект, вдоль которого мы катались. Но мы катались где-то вот там, вот далеко, вот там тоже окраина города. Вот, и здесь есть тоже пару спотов. И здесь сделалось пару смачных фотографий. Не узнаете? А вот так. Все-таки не понравилось, что мы катаемся. Я вернулась. Так, все. У меня есть идея, давайте, короче, сейчас. Нормально. Где очко? А, в смысле очки? Сломалось, порвалось. Кто-то просил больше трюков от Вики, но... Ладно, шучу. Вика не умеет больше трюков, но она учится. Вика, давай больше трюков. Фибл. Фибля. Ой. Ну, давай. О, да, стильно, стильно. И туда. Все, потом все смонтирую, будет трехокорг. Не лень будет монтировать. Корг на корг. Я могу, мне лень. Так, смотри. Пойду очки надену. Без очков стиля нет. Камеру, знаешь, одень, типа, одену. Давай. Там все будет именно так. Вот. Давай. Так, давай. Не со скутом тебя снимать? А, не знаю. Не, без я скута. Вот до самого низа буду. А, ну тогда я. Давай, давай, короче. Да, давай. Смотри, давай, короче. Я попробую вот отсюда, вот мы, но по всем этим до низа. Ну и там випалку, возможно. Туда я туда стану, чтоб. Ну ты вот так вот стань, как чтобы пройти, заснять не хочешь. Oh yes. Я же говорю, все дело было в байке, сейчас сделаю. Это я просто попробую сравнить. International. 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 FLC. International. Давай, давай эпично сейчас будет. Смотри, давай. Повернись. Потом резко опять поворачивайся. Я такой. Главное не упасть, главное не упасть. Давай. Давай. Блин, ну да, нормально, нормально, нормально. Четко. Давай пять, давай. Нормально. Давай. Это все FLC International. International. Не сади кайфа. Хотя сейчас еще бакфак приведет. Ого. И второй аккумулятор. Офигенно. Может, но я не знаю, буду ли я не заряжен. Окей. Ну чё, как? Показывай вип. Вип, 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 вип. Опа, что ты? Скажи. Ладно. Ну, почти, почти. Засчитаем. Почти. Через 10 выпусков влогов поставят. Да. Давай еще раз. Хватит меня пугать. Я снимал вообще. Я... Нормально, все, давай. Я суровый оператор, ненавижу вас, ребята. О, давай смотри, давай покажем подписчикам, что такое баник. Давай. Ну, я сейчас вниз перейду, давай.
отдыхаем. Давай еще раз. Угадай, где я разодрал руку. Ну? Давай. Дорожай. И на мену вообще стиль. На мену, мать его, на мену. Кто-то просил заснять Style Whip в 120 кадров в секунду. Достаю iPhone 240. Давай сейчас сядь, заснимем вот отсюда. Давай. Близко засними, только замедлим. Стеки, да. Замедлим. Давай, смотри, камеру мою не убей, давай. Вроде нормально было. Да, что-то. Вроде нормально было. Да, что-то. Ой, ой, фу-фу-фу. Что? Вик сейчас сделает баник на эту. Может, с нее, нет? А, ты так хочешь? Ну не, ну как хочешь. Я знаю, ты все можешь, давай. Давай с ноги сначала. Опять пройденный этап, как с лестницей на три ступа. Как вообще 18 марта может быть? Я запрыгну. Да. Да, я запрыгну. Покажу, что я могу. Давай. Я могу. Да, чтобы моя смерть останет. Когда-нибудь, скоро. Нормально могёшь. Да, я, смотри. Запрыгну. Чё, будешь пробовать? Сейчас, подожди, стой, ты быстрее. Давай, Жек. У меня, короче, идея появилась. О, блин! Опасно. Это было реально стрёмно, чувак. Сейчас еще раз. Ты передним колесом... Сил нету, значит. Я не ударил. Ты передним колесом валился в грань. А, да. Я вот слоумо посмотри сейчас, перелесни ползунок, блин, на секунд 10 на видео на YouTube. И посмотри слоумо. Вот еще голос закадровый, мой-то. Что-то я заикиваюсь. Ну давай. Испугался ты, я заикиваюсь я, Жек. Что-то это странно. Надеюсь... Ладно. Ага, это я не с тобой смотрел. Давай! О, все, молодец. Давай типа не сделай. Твою мать! И в щечку. Давай, давай. Так, все. Давай банить девушку. Сама такая. Я? Ладно. Давай сейчас Вика будет банить. Давай. О. Подержи, я если что, я ставлю просто. Я серьезно, это помогает, давай. Я же тебе говорил, с чем она меня ассоциирует. Ну давай, дорожай. Да нормально, давай, вообще настрой. У меня руки уже трясутся, давай. Давай. Йоу, да ладно, она сделала? Почти. Нет. Я офигею. Да, сначала. Чё ты? Я офигею, говорю. Что ты только что показал? Что я показал? Что ты показал? О боже мой. Что? Давай. Да все, они прошли, давай. Да насрать вообще, сбивай. Ноги более плотно на деку поставь, нормально будет. Воу! Да ладно. Молодец. Давай. Тыщ. Тыщ. Нормально. Короче, мы тут на протяжении нескольких сезонов делали фотографии вот с этого вот места, вот отсюда, вот так вот. Да? Вот я их сейчас на экран всех подфигачивал. Вот, но это разные сезоны, как видите, разное количество людей катается. Ну, они все не забросили, их забрали во Вьетнам. В 74-м там. Знаешь. Так, все, давай сделаем такую же фотку. Ладно. Пацаны, тут зеркало посреди улицы. Да, ну шучу, у Жеки просто камера еще одна.
Чокнемся объективами. Давай. Давай. Что ты поиспал? Жаль. Все, короче, спот себя исчерпал. Я не знаю просто, что здесь что-то снять. Мы в любом случае сейчас едем по второму комментарию. По второму комментарию, говорю, едем. Поехали. Вот сейчас, короче, пришли к новому споту. До того, на который хотели поехать, не поехали. И, в общем, я не знаю, как долго мы здесь прокатаем, потому что здесь иногда гоняют. И, в общем, вот. Далеко мы уехали? Да, вон там мы катались только что. Что? Паш-то меньше. Но тут прикольное место. А что, не видишь? А, отлично. Нам, короче, скат. Какой-то вот прикольный. Электрический скат. Я, знаешь, я сначала представил, как будто напряжение подано, падаешь, и тебя хреначит. Но колеса резиновые не проводят. Мотивация. А, и грипсы резиновые. Да, а потом только понял, что ты про рыбу, короче. Да. Вот, смотри. Давай брайчик сходу. Брайчик сходу. Я не поставлю на нем брайчик сходу. Брайчик сходу. Попробуй хоть брайчик сходу. Не, вот, да. На этом смотрите все. Вот в следующем блоге у меня уже новый скот будет, пацаны. И потом... Подожди, стой, стой, подожди, смотри. В следующем влоге у меня будет скут. Но, скорее всего, я выложу этот влог, но до этого еще выложу анбокс. То есть, фиг пойми. Знаешь, я постараюсь выложить сначала этот влог, а потом анбоксинг. Потому что, нет, подожди, потому что будут конченые придурки, которые будут писать, почему он катается на старом скуте, а раскупил новый. В общем, в твоих очках было видно все, что я делал. Ну давай. Только аккурат. Это было стрёмно, я думал, тебя болю. Я потом тебя болю. Что ты показываешь? Давай на нете. Чё она выпендривается? Чё она? Давай. Ванэти, 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 ванэти. Фейзен Смит, руль Фейзен. Всё Фейзен. Колёса Фейзен, тормоз Фейзен, компрессия HT, полное говно. А, вот зажим только, не знаю какой. Грид. Я его перед... Зажим грид, подшипники Enjoy. Трейлер нового сезона обучал XTC. Вот так, так и да. Делаются трюки. Вот, давай, кстати, а я пробую волтоп. Прыгаешь, хоба. Давай, волтоп, прыгаешь, хоба. Давай, дальше, смотри, я вот... Ну, сейчас я посниму. Ой, 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 опасно, опасно. Погнал. Да я ж не успел. Ну давай быстрее. Давай рукой. Давай еще одну попытку. Не, ну вот это смачно было. Нормально, давай еще одну. Прям delicious. Чуть дальше отойди. Давай. Дай 5 там что ли. Нашу. Да, мы делаем это на видео. Фу. А у нас? Чё там опять с локтем? Вообще, ну, не, ничего там опять. У нас уже один просмотр есть.
Ну что, поехали? А что, смотрит? Да, поехали. Где? Где? А. Поехали. Садится. Мы приехали в парк Горького, центральный детский парк. ЦДП. ДП. ДЦП. ДЦП. Короче, ясно. Вот. Значит, ДЦП. Значит, блин, хаски. Так. Какой яркий был. Так. Будем катать крутые даунхиллы. Да, значит, там даунхилл есть. Две штуки. Вон оттуда и вон оттуда. Давай вот этот, потом туда, вот этот. Давай. Давай, короче, поднимемся тогда. Будем снимать. У меня, кстати, на канале уже есть даунхилл, но я там еще малой. Будем ехать крутой даунхилл. Да, наш даунхилл вон туда лежит. Лежит? Лежит. Идет. Стоит. Идет. Ну ладно. У всех разные антонимы. Ну, в обед было тепло. Давай, поехали. Ты включил видео? Да, поехали. Точно включил? Да. Дай подожди, поправлю еще камеру. Все, у меня. Ну, а на кого еще? Я еду, у меня чисто заднее колесо вот так вот. А, стрёмно. Ну что, давай. Давай. Раз камера села. Почти. Короче, тот спуск крэшнулся, и на следующий день мы решили протестировать вот эту штуку. У нас есть специальный риг, я куда-нибудь его фотки потом выложу, потом увидите. Здесь сверху она ставится. Вот, и сейчас вы увидите пару тестов, короче, для съемки с этого рига и со света, то есть... Крутая штука. Ага, глаза, Женя. Вот. Ну, погнал. Еп. Давай посмотрим. Ну, давай. Начал? Давай еще разок. Ну не знаю, неоднозначно. Оценивайте, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на инстаграм мой и Жени, ссылки в описании. Самые лучшие собакаты можно купить в Велсити. Ставьте лайк. Новые самокатни и будни. Самокатни. Самокатни. Все, я прям маршеваю, я копировочаюсь. Подписывайтесь. Ох уж это новое оборудование у вас. Да. Даже себя не сниму. Белые лица. Белые лица. Хочешь, давай я тебя сниму.
А сними меня вот так вот отсюда, типа. Типа, а на этом все. Подписывайтесь, оценивайте, ставьте комментарии, подписывайтесь на мой инстаграм, на Жекин инстаграм, покупайте самокаты в Вилл-Сити, пока. Count money, eat rats, getting pussy all day. All I do is clean back, still making dream sex. Need money, eat rats, getting pussy all day. All I do is clean back. Да все, надоело сгибать. Надо вот так вот, снизу. Вот так. What the fuck, вообще? What the fuck? Упал. Нормальная тема, да?